Алены. У нас осталось совсем буквально минутка показать удивительную вещь. Каждый раз стараюсь принести что-то интересное. Вот в этот раз это теннисная ракетка, из которой торчит нечто не совсем теннисное, USB-проводок. Вот это тот самый интернет вещей, о котором так много говорили, и сейчас он наконец-то пришел. Честно говоря, я ждал, что, возможно, первым станет утюг, но вот нет. Первым стала теннисная ракетка Бабалат. Стоит она пока сейчас столько, что должна за эти деньги играть бы сама, но пока сама не играет, зато она анализирует силу, качество, статистику ударов, с какой стороны вы ударили, попали ли вы в идеальную область, потом это все можно сбросить на смартфон, потом это все можно сбросить в социальную сеть, потом это все можно сравнить. По техническим характеристикам она сопоставима со своей традиционной, вот, с аналогом с традиционной? В этом фишка Бабалата, в этом они, конечно, молодцы. Это турнирная ракетка, и ей уже потихонечку играют на турнирах ATP настоящие спортивные теннисисты, и потом разбирают с тренером, как у них это получилось. Ну что, спасибо большое за эту новинку. Я напоминаю, что со мной в студии был наш обозреватель Денис Самсонов, ну и гость студии Алена Владимирская, основатель агентства «Пруфи». Ну а сейчас снова напомню вам о главных новостях.